если ваша кошечка заболела чесоткой, то не надо пугаться сразу. То есть чесотка – это не страшное заболевание для кошки. Лечится оно довольно просто. То есть как ее определить? Это вот такие утолщения называются, еще называют в народе ее львиная голова называется. То есть это поражаются уши, вот место между ушами. И, ну, если, конечно, не лечить, оно идет дальше. То есть это такие как уплотнения, наросты, что ли, на коже. Лечится она довольно легко, то есть от 2 до 4 уколов. Лучше, конечно, что просчитал это ветврач. Но можно и в домашних условиях. Продаются очень много препаратов от чесотки. То есть это несколько уколов подкожно ставится. И, то есть с интервалов 7-10 дней. То есть первым уколом мы убиваем вот этого взрослого, уже вылупившего чесоточного клеща. Через 7-10 дней те, которые еще были личинками. И все, и ваша кошечка будет абсолютно здорова. Период, когда кошечка болеет, ей, конечно, лучше хорошо питаться. То есть это же все болезни у кошек, это же иммунодефицит, то есть слабый иммунитет. И чтобы его поддержать, не только лечение вот, препаратами, ну и, конечно, хорошее питание. Если соблюдать все советы, то есть вовремя определять эти заболевания, кормить свою кошечку качественным, хорошим кормом, то ваша кошка будет здорова, будет жить долго и счастливо.